Всем привет, это Кочемар, и в этом видео я буду открывать 17 сундуков обычных сокровищ Деп. Почему их открывать? Потому что вот началось новый ивент вооружения, и стали выпадать другие сокровища, другие ящики точнее. Вот такие стали выпадать ящики. Теперь за выполнение квестов. Вот такие ящики стали выпадать за выполнение квестов. В этих ящиках теперь совершенно другие скины. То есть, если раньше выпадали... вот такие ящики за квесты, то теперь вот такие, которые называются почему-то пистолет ПАП 8 сокровищ. Названия крайне дебильные. Наверное, в англоязычной версии этой игры это название еще как-то имеет смысл, как-то может более-менее нормально звучит, но в русскоязычной версии полный девиз, это название какой-то пистолет по 8 сокровищ. Ну что за бред? Полный бред. Вот, а эти сокровища, судя по всему, больше выпадать не будут, или будут после ивента, не знаю. Но так или иначе, я решил открыть те сокровища, что я уже накопил за квесты. Вот. И хочу глянуть, что мне с них выпадет. Заодно посчитаю сумму этих вещей, которые выпадет на торговой площадке. То есть открою вещь, точнее открою сундук, гляну стоимость вещи, потом открою второй сундук, гляну стоимость вещи, приплюсу ее к той стоимости первой вещи, и потом гляну общую цену этих всех вещей. Ну что ж, погнали. Открываем первый сундук. Скин на пистолет B1 или R11, небесно-голубой. Что ж, идем смотреть, сколько стоит этот скин на торговой площадке. Так, где у нас тут этот скин, а? А вот он, этот скин, 0,30 копеек. Берем калькулятор, 0,30. Идем дальше. Тоже какой-то дешевый скин. Сенсор Виридиан. Подтвердить. Смотрим цену. Обновить. Так. Цена этого скина 0,20, то есть даже еще меньше, чем у пистолета. Так, плюс 0,23. Ну, чё-то подороже, да. Система залпового огня. Так, сколько же она может стоить? Сейчас посмотрим. А стоит она 2,71. Итого плюс 2,71. Ой, как же близко было. Ой. Аптечка смайлик. Глянем цену. Аптечка смайлик 0,55. Плюс 0,55. Опять смайлик, но уже скин для Шардар. Подтвердить. Сколько он может стоить на торговой площадке? 0,21. Вообще такая фигня. Плюс 0,21. Я думал, скин на сенсор дешево стоит, но этот Шардар даже перебил сенсор. Вообще фигня.
Вишневая бомба. Не думаю, что дорого стоит. Но сейчас глянем. Итак. 0.23. Почти как сенсор. Или даже как сенсор. Итак, плюс 0.23. Ну, блин, ну, они специально так делают, задерживают рулетку на красном, чтобы ты думал, ну, и потом, хоп, тебя на говно какое-то перекидывают. Разрабы. Ладно. Обновить. 0.49. Плюс 0.40. 9. Вот так. Продолжаем смотреть цены. 0.20. Ну вообще, вот этот скин, наверное, даже перебил Shark Dark. Да, он перебил даже Shark Dark. Система залпового огня стоит дешевле, чем Shark Dark. Это, конечно, жесть. Итак, плюс 0.20. Вот такие скины падают из обычных сундуков за квесты. Вы все видите своими глазами. Полное УГ. Аэро. Неплохой такой скин. Сколько же он стоит? На вид неплохой. Так. А стоит он 0.53. Единя. Плюс 0.53. Обновляем. Обновляем. 0.21, да. Плюс 0.21. О! Скин акул всегда стоит дорого, даже если... Он низкого качества, скин на пулу всегда стоит дорого, потому что это скин на пулу. Они встречаются не так часто. Итак, смотрим цену на этот скин на акулу. А стоит она 3.36. Ну, хоть что-то. Так, плюс 3.36. Ну, прям полоса везения какая-то. Опять скин на акулу. Акула молот уземец уже. Смотрим опять же цену. Прям привалило два раза подряд. Обновить. Тут всякое говно падало. Тут что-то хорошее. 2.55. Дешевле, чем белая акула, но все равно. 2.55. Плюс 2.55. О, вот это неплохой скин. Неплохой. Подтвердить. Комплект снаряжения. Смотрим цену его. Так, 0.55. Ну, не очень.
плюс 0,55. Подтвердить. Обновить. 0,30 плюс 0,30 и осталось 2 ящика. Вишневая бомба, по-моему, за такую пару скин. Подтвердить. По-моему, за такой скин файл сейчас. О, блин, не то. Обновить. Так. Нет, не падал. 0,53. Плюс 0,53. И последний сундук. Открываем. И дня. Автомат АПС Хром. Смотрим цену. Обновить. 0,52 плюс 0,52 равно. Итого мне из 17 ящиков депт за квесты, которые даются, упало скинов на 13 рублей 70 копеек. Вот. Вот такая арифметика, дорогие друзья. Как вы видите, скины падают дешевые. Иногда, конечно, можно что-нибудь хватануть. Но в основном всякое уге. Ну что, давайте как бонус я, наверное, переработаю несколько скинов низкого качества. И гляну, что мне дадут. Что выпадет. Или может что-то оставить. Мне вот это, наверное, переработать надо. Ну что тут оставить? Мне вот это, наверное, оставлю, а вот это... Вот это мне не нравится. Переработать. Просто ради интереса, как бонус. Я, ну во что переработается... Щит... Не что там? 6 скинов, по-моему. Итак, что тут у нас? ППТ Аэро, да. Подтвердить. Да, 6 скинов переработал. Сейчас сколько это стоит по ПТР? Обновить. Я не думаю, что он дорого стоит. Не думаю. Так, а где он? Где он? Я его не нахожу в вкладках. Так, где же он? ППТ, ты что, невидимый? Или он не отображается? Что за... А, вот он! Он стоит 0,46, блин, лучше б я не перерабатывал, честно. 0,46 каких-то рублей. Ладно. Глянем прибрежные. О, тут сколько всего. Так. А ну-ка переработаем прибрежную. Вот такой... Такой. Так, что еще можно? Ну, это же ППТ Аэро. Вот это тоже. Кому оно надо? Вот это снежинка. И... ну, может... Вот это. Переработаем. О, лисья акуля, акула альбинос. Вот это хорошо. Сейчас гляну, сколько она стоит на торговой площадке. Но скины на акулу всегда стоит неплохо. Она стоит 4,18. Ну, честно говоря, я не знаю, выгодно это или нет. Перерабатывать такие скины.
Потому что на один вот такой скин уходит 6 вот таких. А такие скины можно, ну, за копейки, но их можно продать. Поэтому, ну, честно говоря, я не знаю, стоит ли овчинка выделки. Может, их лучше продавать в таком виде. Вот сейчас даже гляну, сколько так стоят такие скины. О, ну, 0.52, 0.53, 0.53 опять же. Такой скин стоит. Надо еще учитывать комиссию, которую с меня будут снимать при продаже вещи. Так что с каждой вещи я получу еще меньше. Да уж. Коралловые, прибрежные. Ну что, переработать еще нескольких скинов, что ли, на удачу? Может, что-нибудь интересное выпадет, а? На удачу. Следующей сети подарочная упаковка. Так, сколько оно может стоить? Скиме, так, обновить. И где оно тут? Это ружо. А вот оно. Оно стоит 2.90. Ну, такое. Я надеюсь, оно, конечно, подорожает его цена. Но, конечно, синий я, наверное, переплавлять не буду, потому что, ну, синий надо очень много вещей потратить, чтобы получить одну синюю вещь. И крафтить потом эти синие вещи, чтобы получить какую-нибудь УГ. Нет, увольте, я не хочу. Вот сколько у меня синих вещей. Автомата сколько таких вот одинаковых. Но нет, я их не буду. Я лучше их потом продам. Вот, ну а такие, конечно, вот коралловые. Прибрежно можно и переработать. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Кто смотрел, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Это был Качмар.